Ярослав Сельчаков пожинает плоды январского выступления на международном турнире по греко-римской борьбе Гран-при Загреб Оупен. Он боролся в весе до 82 килограммов и занял третье место. В поединке за хорватскую бронзу 25-летний харьковчанин расправился с литовским классиком Арминасом Лыгнугарисом менее чем за 2 минуты – 8-0. Этот успех принес ему еще одну награду, а именно спортивную звезду слобожанщины. По итогам второго месяца зимы Сельчаков признан лучшим спортсменом Харьковской области. Его наставник Юрий Тимченко стал лучшим тренером января.